интересно было снять. Вот тут возле дома, вот тут люди протоптали дорожку земляную, да, не было ничего. Одна, сейчас пройдем дальше. Тут такой аист, типа клумба. Одна, там магазин, лайм, следом мой дом там. Тут липы цветут. Так, а вот тут вторая дорожка. Вот такая. Ее протоптали. Теперь засыпали гравием и будут типа как бы асфальтировать. Вот. Так что цивилизация. Такая липа красивая, такая большая. И следом тоже. Такие вот липы. А тут красивая собачка такая. Прикольная. А тут лавочка, она под ивой. А тут возле подъезда вишня. А вот те же дорожки, только уже заасфальтированные. Вот, пожалуйста. Я, по-моему, когда-то читал давным-давно, что в Германии так. Сначала смотрят, как люди протопчут дорожки, а потом уже делают асфальт. Где-то такое видел. Ну, у нас тут тоже. Вот протоптали. Вот, пожалуйста, сделали асфальт. Сейчас дальше пройду, секунду. Так, а тут дорожки, здесь, наверное, то же самое было. Вот, смотрите, видите? Асфальтированное. Что попало, идут. Вон, вот. Вот. Перекресток. Вот тянется дорожка. Дети отдыхают. И машина хорошая. Красная Вольво. Круто. Вон, она ее напугали. Я с ноутбуком не побывал. Где только я не работал, в каких домах, на каких улицах, даже в транспорте. Смотрите, какая у нас здесь погода. Вот эти тучи, они такие черные, и так висят. Этой сочной зеленью. Короче, там где-то гроза. Там буквально дома. И это дальше домов. Накрыло вот этим черным облаком. По-моему, оно и сюда идет. Ветер сильный. Сейчас как бахнет гроза. Ветер поднялся. У нас потемнело и погнал дождь. Темным темно. Там в посадке люди отдыхают.
что-то сильно. Все, стихия. Чернота ушла туда, а ветер завывает в этом вытяжном на кухне отверстие. Стихия, вот так Бог что захочет, то и сделает, никуда не денешься. Все, капли по стеклам. Вот такое в Москве лето. Июнь, конец июня.
Часть уронил куда-то. Не знаю, это Ваня, по-моему, говорил, чтобы не приучать их. Потому что кто-то раньше жил, они прилетали, они кормили их. Листики, осень. Дом пятиэтажный, там тоже. И не поймешь, какой это город. Старые такие районы, они одинаковые. Но это Москва. Иду в одно учреждение, чтобы забрать один документ свой.
Это утро, вот машины возле дома. Улицу полили. Пешеходную и не пешеходную. Поливалки. Для пешехода. Это загон для выгула собак. Сеткой огорожена. Такой аист прикольный. Утром решил пойти пешком до станции метро. Ну или не доходя пару остановок. Так как целый день сидеть, иногда только выходить из-за стола. Это тоже не есть хорошо для здоровья. Кстати, тут... Короче, такой прикол. Если свернуть вот сюда, если свернуть вот сюда, то тут есть вот такая дорожка. Тут дом, тут дорожка, тут дорога. Наверное, тут собак выгуливает. Ну и вообще, типа немножко в лесу. Коряги, пеньки. Короче, маленький лес. Лесок. Это люди сами протоптали. У нас стоит маршрутка, газелька, что характерно, которыми больших. Красивых автобусов, кстати, Волжанин называющихся, который выпускается, скорее всего, в России. Ходят такие вот шаромыжные, внутри тоже, как у нас, маршрутки. А за рулем таджики, узбеки, ну, всякие такие люди. В парке Царицына люди занимаются зарядкой. Около 9 вечера. Я тебе хочу показать красивую клумбу возле дома. Какая красота. Тут цветочки тоже. Цветник. Это возле соседнего подъезда. Так, это такой широкий большой переход. Там Измайловский парк, там. А вот это такой переход через дорогу. Тут можно на машине ездить, наверное. Надеюсь, тут видеокамер нет у меня. Полиция не за то, что я тут снимаю. Широченная штука. Ну. Автомобили тут не ездят, это точно. Не знаю, зачем такая широкая. Ну, на велосипедах, да. Ехать, потом спуститься туда вниз. Там. По левую сторону, там парк Измайлова. Прямо туда моя работа. Я только что пришел, 10 минут оттуда. О, а там люди с луков стреляют, там мишени. Вот на велосипеде чего поехал. Тут спуск. Спуск туда. А тут ЖД. Тут, наверное, электрички ходят, скорее всего. Это я иду смотреть комнату. Сегодня 11 июня. 2015 года. А платформу строят новую. Короче, такие дела.